храм был поставлен не просто так, а в память тех воинов, которые погибли на этом поле. И не просто погибли, а героически сражались с 4 апреля по 29-30 апреля 1943 года. Три безуспешных попытки прорвать оборону вот на этих землях закончились неудачей. Вот где вы стоите, здесь стояла молочно-товарная ферма, здесь был дом культуры. Когда мы пришли сюда в 2008 году, здесь было равное поле. Только кирпичи напоминали о том, что здесь что-то было. Вот лесок здесь рядом, вдоль дороги, все проезжают мимо, а там до сих пор окопы немецкие, блиндажи. И вот эта земля нашпигована снарядами, минами и костями наших соотечественников. Хотя и были официальные захоронения, но вот то, что мы начали строить, и то, что мы находили, говорило о том, что многие из них как лежали, так и остались лежать на этой земле. И строить, и работать на этой земле мы не могли, иначе, как не поставив памятник. Памятник часовню Сергия Радонежского. И всяк проезжающий мимо может заехать и поставить свечку за упокой души тех, кто погиб здесь, за упокой души своих родственников. Нет российской семьи, которая бы не потеряла своих родных в этой страшной войне. И поэтому вот День памяти, который, так сказать, мы организовали, я надеюсь, он будет проходить регулярно, будет в память тех, кто сложил свои головы за то, чтобы мы могли работать, любить, наслаждаться этой жизнью. Спасибо, что вы пришли сюда. Еще раз низкий поклон Сергею Федоровичу, который организовал масштабное мероприятие в память о тех событиях, в память о погибших бойцах и офицерах Красной Армии, которые защитили нашу Родину и не дали захватить ее врагам.